Ну почему я с самолета не в квартиру поехал, а на пляж? Как вы думаете? А? Потому что мне в это время больше всего нужно было здоровье. У меня как бы духовной силы хватает, нормально. Любви к вам хватает, здоровья нет. А мне, чтобы читать лекцию, нужно было здоровье. Я поэтому поехал туда, где в вашем городе сейчас раздают бесплатно здоровье. И здоровье в вашем городе сейчас бесплатно раздают на пляже. Я туда приехал и в воду сразу. Встал в воду, начал смотреть на солнце, молиться. Потому что когда человек молится, контактирует с природой, с молитвой, то все самое лучшее в него заходит, а самое худшее не заходит. И все, как бы полчаса просто в воде, и просто силы вернулись назад. Это здравый смысл. А если бы завтра это сделал, уже было бы хуже. Надо сразу. Понимаете, нужно учиться правильно жить. Коней надо поить, понимаете? То есть свои чувства надо успокаивать природой, добрыми людьми. Вот правильно сделать, что на лекцию сходили. Видите, это скрытая реклама. Вот. Если человек так живет, он идет туда, где есть помощь, где есть возможность остыть, восстановиться, то это правильный образ жизни. Правильный образ жизни – это там, это вот как раз это. Искать любви от природы, от добрых людей, от храма. Искать любви, потому что нам не хватает двух вещей. Первое, нам не хватает деликатности в отношениях, чтобы близкий человек менялся. А второе, нам не хватает сил. И вот второго нам не хватает еще больше, чем первого. Потому что, может быть, мы и знаем, что надо быть деликатным, но сил не хватает сильно.